Итак, участники на поле и приветствуют друг друга. Буквально через несколько минут начнется игра. Игра, которая наша, кила, русская забава, в которой играли еще несколько столетий назад, а по яркости и зрелищности, нужно сказать, ничуть и тому же футболу не уступает. В рамках студенческого фестиваля на поле универсального спорткомплекса Подмосковья провели кубок по киле, где за титул чемпиона боролись сразу 8 команд, или, как их здесь называют, в атак, подразделений Щелковского колледжа. Кила, которая с древних времен на Руси, скажем так, всегда была популярна, и сейчас вы возрождаете этот вид спорта. Стоит отметить, сегодня кила постепенно превращается в массовый вид спорта. В нее играют и щелковцы. Команды нашего городского округа показывают неплохие результаты уже и на областном уровне. Создали свою команду. В этом виде спорта она называется «Ватага». И просто приняли участие в областном кубке. А какие результаты там? В первом кубке мы попали во второй дивизион, там заняли первое место. А в следующем году мы уже играли в основном кубке в первом дивизионе, заняли там четвертое. Цель игры – занести мяч в зачетную зону противника, которая находится за одной из линий игрового поля. И это совсем непросто, ведь ведется оборона с двух сторон. Среди же участников есть те, кто уже знаком с игрой, но немало и новичков. Однако у всех позитивный настрой. На победу! Жду ощущений, которые запомню, кажется, на всю жизнь. Спорт – это жизнь. За ходом игры следят судьи. Сегодня это игроки сборной Московской области по регби. Будем обращать внимание, чтобы не было захватов за шею, чтобы ребята не боролись очень много времени на земле, чтобы в аут не выбегали. Все достойно боролись за победу, но, как известно, в игре может быть только один победитель. На этот раз удача улыбнулась ОСП-6-1. Второе место у команды Головного, ну а почетная бронза досталась ОСП-7. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».